Примерно часа два. Но эти ребята, по сути, уже в игре. Для них неповторимая аура женского баскетбола начинается прямо на улице. Хотя, конечно, это понятно не каждому. Вот, например, полицейский пытается выяснить по телефону, а законно ли вообще шествие фанатов в преддверии баскетбольного матча. Все нормально, все законно. Ведь это же фанаты великой оранжевой дружины. И сегодня их кумиры встречаются с курским «Динамо». Но об этом чуть позже. А пока веселая и дружная компания направляется к месту предстоящей битвы. Мы сильнее! Мы победим! Мы сильнее! Мы победим! Мы сильнее! Мы победим! Угаемка! Угаемка! Сегодня будет очень серьезная игра. Сегодня играет «Динамо» Курск. Команда очень сильная. Наши даже там на регулярном чемпионате им проиграли игру. То есть команда очень сильная, будет очень серьезная игра, и игра будет очень интересная. Все будет отлично, и мы выиграем, естественно. Всегда так было, есть и будет. Лисы, вперед! У-у-у! И вот спустя некоторое время началось главное. Эдакий матч-реванш для УГМК. Да, было дело в Курске. Наши девчонки уступили. Хотя то досадное поражение от белоголубых в рамках премьер-лиги глобально ни на что не повлияло. Лисицы как были первыми, так и остались. Но реабилитация в определенном смысле должна была все-таки состояться. Долги надо возвращать. Вот УГМК и решила вернуть должок. Конечно же, динамовки сопротивлялись. Впрочем, все это было как-то скоротечно и явно без вдохновляющей перспективы. Подопечные Олафа Ланге прекрасно понимали, что им надо делать на площадке. Мы знали, что эта игра потребует от нас очень много физических усилий, и поначалу «Динамо» пыталась в меру своих возможностей оказывать какое-либо сопротивление, и все-таки мы уступали сопернику на подборах и на свободных мячах. Одним словом, дали УГМК дополнительный шанс для победы. Олаф Ланге был спокоен и, по всей видимости, уверен в своих верных артемидах. И даже блестящие комбинации с последующей эффективной результативностью не вызывали ярких эмоций у маэстро. А вот директор клуба Максим Рябков по-мальчишески радовался, когда наши девчонки добивались взятия корзины. Кто знает, может быть, и в этих контрастах человеческого поведения тоже выстраивается общий успех УГМК. Мы победили, потому что сфокусировались на игре. Особенно это выразилось во второй четверти, когда концентрация была очень высокой. И к тому же мы использовали смешанную защиту. Она представляет собой комбинацию личной защиты и комбинацию зоны. Вот, пожалуй, самые главные составляющие сегодняшнего успеха. Вот, собственно говоря, и все. 83-55 в пользу «Лисиц». Реванш состоялся, и, как сказала совсем недавно, во время финала 4-х Кубка России Ольга Артешина, не надо злить УГМК. Оно и правильно, не надо. Чужого не надо, но и свое оранжевые тоже не отдадут.
А самыми результативными девушками матча стали Сандрин Груда, 22 очка и 6 подборов. Ну и Кэндис Паркер, 10 очков, 13 подборов. Как ни крути, а дабл-дабл. В рамках группового этапа женской баскетбольной Евролиги УГМК играла на выезде с турецкой командой Кайсери Каски. В лице хозяек наши девушки встретили весьма упорное сопротивление. И тем не менее, они не сдавались до самых последних секунд матча. Но два штрафных броска Лары Сандерс решили исход встречи в пользу Кайсери 78-77. Ближайший и заключительный матч группового этапа Евролиги УГМК проведет дома 25 февраля против итальянской «Фамилы». А сегодня, 22 февраля, в рамках премьер-лиги подопечные Олафа Ланге сыграют в Оренбурге с «Надеждой».